Вы сегодня побывали на мастер-классе по живописи в Центре эстетической психологии ВИТА у Ирины Клементьевой. Я вам сначала задавала вопрос, кто занимался масляной живописью. Вы ответили, что уже посещали мастер-классы по живописи. Расскажите ваши впечатления о сегодняшнем мастер-классе. Принес ли он что-то новое, дал ли новые навыки, и какая вообще, какие эмоции вы испытываете, и довольны ли вы тем, что сделали? Я довольна тем, что сделала. Мне очень понравилась работа с этой штучкой, которая называется мастихин. Я до этого ни разу ее не пробовала рисовать. Очень интересно смешивать краски. Много техник новых для себя узнала. И, в принципе, мне кажется, если вот периодически посещать такие мастер-классы, можно как-то развить себе талант художественный. Вот. Я надеюсь, что мне это получится. Но мне уже, мне кажется, немножко получается. Мы очень рады, что вам понравилось, и мы вас приглашаем еще. У нас есть индивидуальные мастер-классы, где можно работать над теми сюжетами, которые вы выбираете сами. Вот. Будем рады видеть вас еще. Спасибо.